А знаете, что такое ценить другого человека? Это то чувство, когда целый день, вместо того, чтобы быть с этим человеком, ты писал или писала претензии к нему, все, что ты хотела, так сильно хотела высказать. Вечером приходишь, стучишься в дверь, готовая все это высказать, заряженная. Тебе открывают, говорят, что его уже нет. Это то самое чувство. Ценить человека.